Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю проходить Resident Evil Code Veronica X, фанатская русская версия PlayStation 2 от студии Броско. Так, и интрига, что будет, если убрать зажигалку в металлы... камеру хранения, в общем, и пойти к Родриго с гемостатиком. По идее это должно как быть: мы отдаем гемостатик Родриго, потом отдаем ему зажигалку, чтобы он в темноте не скучал, а он нам отдает отмычку взамен. Но мы сейчас посмотрим, что же будет, если все-таки пойти вот так вот. Готов. Так, идем через кладбище. Тут сейчас опять должны зареспауниться, по-моему. Ага. Трачу я этот арбалет. На самом деле ничего в нем такого нету. Эх, за ногу укусил. Слишком близко я его подпустил. Готов. Так, что у нас там? 75 стрел осталось. Не так уж много. Я без зажигалки. Спускаемся в подвал. Ну вот я пришел к Родриго. Здесь совсем нет света. Думаю, я не смогу ему правильно обработать рану. Ага, интересно. Вот что будет. Поэтому зажигалку в любом случае надо с собой принести. Так, ну сейчас они не должны так быстро зареспауниться вновь. Но вот, возможно, когда я заберу зажигалку и пойду обратно, они опять появятся. Там в каком-то определенном месте срабатывает этот скрипт. Может, не надо всех зачищать? Может, одного оставить хотя бы? Я не знаю. Не проверял. Так, ну что ж, добрался я до камеры хранения. Потом надо будет нам вспомнить все места, которые где нужна была отмычка. Вот что. Одно место я точно помню. Нет, два места помню. Как минимум. Интересно, они уже появятся вновь?
вновь они появились. Восстали. Это просто какое-то издевательство над игроком. Тратишь кучу стрел. Все, я вас в последний раз, ребята, зачищаю. Так, давайте возьмем в руки зажигалку. Мне чуть-чуть стрел-то еще надо оставить. На самом-то деле. Для пороха. Что ты здесь делаешь? Гемостатик, как любезно с твоей стороны. Благодарю. Thanks. Давай, я тебе помогу. Спасибо, я и сам справлюсь. Just go. Уходи. Оставь ее себе. Это подарок брата, но... Thanks. Благодарю. Here, let me вот, give you this возьми в знак признательности. Думаю, тебе это может пригодиться. Now go. А теперь иди. Don't worry about me. Не беспокойся обо мне. И он нам дал отмычку. Don't think you can count больше on не рассчитывай на меня. Now get out of here. Уходи отсюда. Он мучается, лучше его не беспокоить. Список так, а на зажигалку внимания уже нету, да? Угу. Так, вот у нас есть отмычка. С помощью нее можно открывать простые замки. Ну что ж, теперь пойдем искать. Где были эти простые замки вообще? Да, надо будет пробежаться по учебному полигону военному. Ладно, зачищу их еще раз. Последний. Бежим без оружия теперь. Да, надо пробежаться по военному полигону. Первое место это было, где я открывал ключом шкаф. Где я первый порох взял для стрел. Второе место, где мы за Стива играли короткий промежуток, там были в ящике кислотные гранаты. А вот где еще места, я вот так вот не вспомню сразу. Так, ну тут уже никого нету. Хорошо, заходим. Туда больше никак не попасть. Да и не надо нам туда. Так, вот здесь вот был замок. Простой. Интересно, тут никто не появился.
Да вроде бы нет. Заперто на простой замок. Воспользоваться отмычкой. Замок открыт. Всего лишь пачка пистолетных патронов. Ну, хоть на этом спасибо. Так, по-моему, там, где сауна, там не было простых замков. Да, что-то я там не припомню. Так, ну давайте... Так, а сюда... А, ну да. Можно сходить сюда. Спуститься в подвал. Здесь в подвале. Так, ну что, заходим вот в эту комнату. Вот тут вот у нас заперто на простой замок. Кислотные гранаты. Разъедающие. А, я уже находил такие. Да. То есть еще 6 кислотных. Это хорошие очень гранаты. Ну и, кстати, сейчас покажу вам еще один респаун врагов, к сожалению. Вот тут вот, к сожалению, возрождаются постоянно бандерснайчи. Кстати, обратите внимание, там на ящике лежит порох. Но я его достать не могу пока что. Да, потому что вот здесь вот нет электричества. Вот. Переключатель сломан. Вот эта комната вообще бесполезна. Да, жалко, конечно, потратил 5 стрел. Но они тоже тут возрождаются, как те зомби на этом. На тюремных дворах. Спустя через какое-то время. Где-то скрипт заново обновляет их. И ничего с этим сделать нельзя. Так, ну я не знаю, на этажах у нас были... А, был еще простой замок. Там, где я картину поднимал. Точно там было. Ну что? Это было, по-моему, на втором этаже у нас. Поднимаемся на второй этаж. Интересно, респаунились ли тут зомби? Надеюсь, нет. А, нет, это было не на втором этаже. Это на первом этаже было. Вот здесь вот. По-моему, тут был ящик стола. Заперт на простой замок также. Вот он. И тут у нас спрей лежит. Ну что, возьмем. Больше ничего нету.
Вот это запомнить надо, 8 декабря. То есть, наоборот, это 128 получается. 12 месяц, 8 день. Так. Ну, давайте проверим еще второй этаж. Ну, там, по-моему, больше уже нигде не было. В особняке я тоже не помню, чтобы были простые замки. Так, здесь у нас... Вот эта дверь навсегда закрыта. А здесь сейв-рум. По-моему, здесь не было простых замков. Берем спрей. Кислотные гранаты соединим, 12 штук. Так, и у нас два дир алюминиевых кейса есть. Мы можем теперь их открыть. Заперто на простой замок. Используйте отмычку, да. Тут у нас вот есть порох для стрел. А в этом кейсе что у нас лежит? А тут у нас детали для пистолета. Вот это вот вообще круто. Детали для модификации пистолета Беретта М93Р. Так, у нас уже 15 таких стрел есть вот. Ну что, уберем детали пока. Или не уберем, оставим их. Я думаю, смесь можно убрать, взять вот так вот одну траву. Так, ну все, возвращаемся в особняк. Больше нам тут ловить нечего. По-моему, в особняке не было ничего такого, что было бы заперто на простой замок. Можно пойти подбирать, наконец-то, ту последнюю, третью. Как она называется-то, я уже забыл. Оттиск. Вот он. Оттиск с подлодкой. Активирована система самоуничтожения. Альфред сумасшедший, он собирается все взорвать. Да, вот, все, заиграла тревога. По-моему, нам уже не вернуться. Клэр! Клэр! Похоже, мы не единственные, кто выжил. Нам тоже лучше поторопиться. Согласен, вперед! Вроде уже нельзя уйти назад. Надо скорее выбираться отсюда, да. Но в особняк мы зайти можем.
Да, нам в любом случае нужен ящик. А туда мы можем пойти, интересно? Нет, сюда не можем. А сюда? И сюда не можем. То есть только до ящика можем дойти и все. Чтобы взять оставшиеся оттиски. По идее, туда тоже нельзя нам попасть. Да, туда тоже нельзя. Так, надо сохраниться. Так, чего бы убирать, блин мой? Так, уберем. Давайте стрелы уберу. 9 стрел явно погоды не сделаю. Возьмем ленту. И сохранимся наконец. Почти половина игры пройдена. Так, ну все, теперь на подлодку. Надо скорее добраться до аэродрома. Спускаемся вот вниз. Стив сам запускает подлодку. Поднимаемся. Вроде уже мы не можем спуститься. А, нет, можем. А, то есть мы можем еще вернуться, получается. Я думал, уже нельзя. Что, эту покрутить обратно мог? Да? А, ну да, я же мог не взять на этот момент оттиски. Все правильно. Так, ну теперь пойдем вставлять все три оттиска. Аэродром. Там вот Стив побежал. Ну окей, бежим за ним. Так, тут возможно сейчас кто-то зареспаунился. Так и есть. Зомбы здесь. Вау.
Что у нас? Три патрона еще вот есть. Так, а теперь попробуем применить запчасти. Кстати, я их осматривал, да? Ну да. Нет, не дает это патроны дополнительные, но у нас модифицированный пистолет. Есть выбор стрельбы одиночными или очередь. Модифицированный пистолет Беретта М93Р. Оснащен прикладом и переводчиком режима стрельбы, который позволяет вести огонь короткими очередями за 3 по 3 выстрела. Вот так вот. Так, ну что? Заходим сюда, Стив уже тут. С ним поговорить не... Надо убираться отсюда. Надо скорее выбираться отсюда. Нажать переключатель. Не работает, чего-то не хватает. Все правильно. 3 оттиска. Вот это подлодка, по-моему. Всегда ночь, изображение на нем символизирует военно-морской флот. Очевидно, это панель управления трапом. Нажать? Да. Вот, мы можем забраться в самолет. У нас есть. Тут у нас есть дверь. Заперта. Мы не сможем взлететь, пока не поднимем мост. Я займусь этим, а ты пока готовься к взлету. Мы скоро взлетаем. Давай убираться отсюда. Самолет заправлен и готов к полету. Скорее подними этот мост. Мы зря теряем время, поторопись. Все, больше он ничего нового не скажет нам. Так, вот лента лежит тут. 3 штуки. Лежит какая-то деталь. Рычаг управления. Видимо, это рычаг от панели управления. Распечатная машинка. Ну что ж, выходим отсюда. Тут вот ящик есть. Сохраняться пока не буду. Так, 9 стрел можно взять, конечно. И спускаемся вниз. Куда же нам деть рычаг? А, это... Знаете где? Нужен был этот рычаг. На самом верху вот. Чтобы мост поднять. Так, ну, заходим сюда.
никого вроде бы нету. Поднимаемся вверх на этом маленьком лифте. Больше не нужно им управлять. И заходим в эту дверь. Вот сюда нужен был рычаг. Вставляем. Поднять рычаг? Да. Можно опустить обратно. Но мы не будем опускать. Бежим вот в эту дверь. Что тут у нас? Какие-то ящики. Это устройство контролирует давление масла. Дверца сломана. Заперта на простой замок. Вот, вот тут можно открыть и получить еще один спрей. Здесь ничего больше нет. Какой-то бассейн. Так, а здесь у нас что? Что-то блестит. И куча трупов. По идее, они должны встать. Это ключи от аэродрома. Берем. Но они не встают. Продолжают лежать. Он мертв. То есть они потом встанут. Пока еще рано. Все. Мы взяли ключ. Попробуем опустить мост обратно, что будет. Железный мост поднят, самолет может взлетать. Нет необходимости использовать панель управления. Но это логично. Ключ от автоматических ставней. На бирке надпись К-402. Кстати, у меня один патрон. Не заряжен. Можно освободить место. Так, мы спускаемся на лифте вниз. Панель управления ставней. Над замочной скважиной надпись К-402. Используй ключ, да. И вот запасной выход. Что тут у нас вообще такое? Груз блокирует дверь. Я не могу воспользоваться лифтом. Пульт управления кондиционером. Нужно запихать, вот, толкать вот эти ящики сюда. То есть до конца. Вот так вот. Тут у нас есть две травы зеленых. Груз управления кондиционером. Ага, обычные гранаты, 6 штук. Пистолетные патроны. И ящик есть. Так, ну спрей, наверное, можно выложить.
и стрелы эти тоже погода не сделают явно. Гранатомет. Может гранатомет взять? Чем он поможет? Давайте возьмем. Раздают вот эти гранаты. Так, я обязательно сохранюсь. Потому что впереди такой момент ответственный будет. Аэродром. Убираем ленту. Даже пистолет убираем. Комплекс будет уничтожен через 5 минут. Да, пошел отсчет таймера. У нас мало времени. Поднимаемся на лифте. Глупцы, я вам не позволю сбежать. Вы пожалеете, что встали у меня на пути. Познайте мою месть. Это тиран. Время идет. Я сейчас вряд ли успею что-то рассмотреть здесь. Надо скорее выбираться отсюда. Да, уйти мы не можем через эти двери. Назад, наверное, в лифт мы тоже не можем зайти. И обратно тоже нам не вернуться. Так, давайте возьмем арбалет. И тут тиран вот идет. Стал у нас на пути. Так, ну давай, вставай. Он еще живой. Сколько у меня стрел? 5 стрел осталось. Так, он еще жив, что ли? Все, сдох тиран. Если близко подойдет, он ваншотнет мгновенно. Бросит в огонь, Клэр, и все. Так, ну я весь арбалет слил, получается. Поднимаемся наверх. И возвращаемся тем же путем. Так, по-моему, в особняк нельзя уже войти. Да, логично. Так, уберу оружие. Без него Клэр явно чуть побыстрее бегает. Да, времени мало. Но мы успеем. Опять крутим этот штурвал. Жалко, вот эти сцены нельзя скипать. Спускаемся по лестнице. Нажимаем рычаг.
А время идет. Поднимаемся по лестнице. Спускаемся вниз. А, даже сюда уже нельзя проникнуть никак. У нас меньше 2 минут осталось. Так, ну что, мы успели? Заходим в самолет. Почему так долго? Я уже начал волноваться. Некогда объяснять, взлетай. Хорошо, убираемся отсюда. Пришло время прощаться с этим местом. Мы сделали это! Наконец-то! Все закончилось! Клэр, извини меня. Я знаю, что доставил тебе много проблем. Все в порядке. Нам обоим было нелегко. Что ж, я очень надеюсь, что ты найдешь своего брата. Я знаю, каково это — быть одному. Стив. Итак, куда теперь? Мы полетим. Куда пожелаешь, Клэр? Я слышала, на Гавайях в это время года чудеса. Как пожелаете. Игра еще не окончена. Сейчас вы узнаете, что такое настоящий кошмар. Створка грузового отсека. Я проверю. Хорошо, я открыл дверь в грузовой отсек. Стив пытается вернуть управление самолетом. Так, вот сейчас обязательно надо сохраниться. Сейчас будет босс. Тоже такой экстремальный. Да, у нас нет арбалета. Практически. Но у нас есть гранаты. Полно гранат разных видов. Так, вот эти зеленые, по идее, вот для этого босса предназначены. Но, может, они еще на какого-то босса сойдут? Я вот точно не знаю. Поэтому возьму я другие. Пока что.
Так, ну, надо взять смесь обязательно. Так, ну, для начала возьму ленту. Сохранимся. Еще раз. Так, ну что, возьмем, наверное, смесь трав. Одну. И возьмем гранатомет. Какие гранаты взять лучше? Я даже не знаю. Ну, давайте. И пока нет. Кислотные зарядим гранаты. Посмотрим, как оно будет. С замиранием сердца. Мы выходим. Вот он, Тираныч. Так, что у нас тут вообще имеется? Подготовка завершена. Катапульта готова. Подготовка завершена. Запустить катапульту. Давайте попробуем. Но тиран сильнее. У него слишком много сил. Пульт управления катапультой. Идет подготовка. Нужно справиться с чудовищем. Так, нельзя, чтобы оно зажимало. Так, а я уже ранен. Это плохо, это надо большую смесь использовать. Вау, вау, вау. Я попал под большие удары. Так, ну, Тираныча пошатнуло. Нельзя. Ах ты. Так, что там? Отбегай, Клэр. Уф, это сейчас будет мощный удар. Ах, он меня убил все-таки, да. Надо было хилок побольше брать все-таки. Да, босс серьезный. И кислота что-то как-то против него не особо заходит. Может, разрывные лучше? Или напалмовые? Я даже не знаю. Окей, возьму два спрея. Нельзя открывать, пока самолет в воздухе. Кстати, да, я вот не проверил вот эту надпись. Ну что, дубль 2.
Убегай, Клэр. Так, я уже ранен. Да что такое? Зажал меня. Меня зажал. Так, ну ладно, заряжаем кислоту. Так, я пока еще такой. Так, ну теперь пора принять спрей. Может, ему хватит уже? Вроде он потек. Кровь идет. Да нет, еще не очень он. Крепкий зад. Куда? Куда ты стреляешь, Клэр? Так, отбегаем. А лучше лечимся, наверное. Уф, я еще жив. Но уже опасное состояние. Так, готово. Можно нажимать. Да ты чё, вообще охренел, что ли? Он не помирает. Охренел, чувак. Хотя ходит уже не так быстро. Да, вот он уже сильно потек. Так, а мне надо как-то продержаться. Возможно, уже можно не тратить гранаты, лишь бы, чтобы он меня не достал. Так, готово. Вот и все. Пошел. Уф, да, я вам скажу, это бой был тяжелый, тяжелый. Я много выпустил у него. Дверь заперта, я не могу открыть ее. И это тоже. Ну что ж, возвращаемся к Стиву. Что там стряслось? Пустяки. Всего-то раздавило огромного таракана. Что происходит? Я не знаю. Самолет поменял курс. Мы летим на автопилоте. Я не могу переключиться на ручное управление. Прошу прощения, но я вам не позволю сбежать. Альфред, чертов урод!
Where are we? Где это мы? Latitude 82.17 degrees. Градусы южной широты. That's это Антарктика. Мы над Антарктикой. Что? Эти самолеты были присутствовали перед нами. Значит, это место принадлежит Амбрелле. Сохранить игру, да, вот нам сама игра предлагает сохраниться. И давайте на этом закончим серию. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каисов. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока.